Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим, как можно выполнять вычитание десятичных дробей. Итак, 9,4 отнимаем 7,3. Первый пример будет самый легкий. Все нормально. Одинаковое количество знаков после запятой, поэтому мы спокойно можем вычитать. 4 отнять 3 – это 1. 9 отнять 7 – это 2. 2,1. Возьмем пример потяжелее. 11,1 минус 2,8. Первое, что мы смотрим, все нормально. Цифра под цифрой, ничего дописывать не надо. Итак, от 1 8 не отнимается. Занимаем единичку, получаем 11. 11 отнять 8 будет 3. Запятая под запятой поставили. После того, как мы заняли единичку, у нас осталось 10. 10 отнять 2 – это 8. Итого 8,3. Рассмотрим более сложный пример. 88,252 отнимаем 4,69. Обратите внимание, под двойкой ничего нет, поэтому мы ставим 0. И начинаем вычитать. 2 отнять 0 будет 2. 5 отнять 9 не отнимается, занимаем единицу. 15 отнять 9 будет 6. Подписываем. Остается единица, от нее надо отнять 6. Не отнимается, занимаем у восьмерки. 11 отнять 6 – это 5. И ставим запятую. Осталась семерка, отнимаем 4, получается 3. И сносим 8. 83,562. Следующий. Давайте посмотрим, когда внизу цифр больше, чем вверху. 6,6 минус 0,8. Обратите внимание, внизу на 3 знака будет больше, поэтому мы дописываем 3 нуля вверх. Количество нулей можно дописывать неограниченно. Сколько нужно, столько и дописывайте. От 0 8 не отнимается. Занимаем, но впереди стоит 0. Тогда занимаем еще впереди. Не получается. Занимаем у шестерки. Вот тут занять уже можно. Итак, 10 отнять 8 будет 2. Здесь мы уже заняли. 9 отнять 0 – это 9. Тут тоже занято. 9 отнять 0 – это 9. 5 отнять 0 – это 5. И 6,5992. Ну и, наконец, последний пример. Труднее всего работать с нулями. 0,003 отнимаем 0,89. Ну, давайте посмотрим. Внизу 5 знаков, вверху только 3. Поэтому мы после тройки допишем
два нуля. От нуля девятку нельзя отнять. Занимаем у предыдущей. Здесь тоже ноль, поэтому занимать будем у тройки. 10 отнять 9 – это 1. 9 отнять 8 – это 1. И 2 отнять 0 – это 2. Далее нули переписываем. Итак, 0,211 стотысячных.